Нет ничего лучше проверенного годами рецепта. Салат Шарлотта в нашей семье знают давно и пользуется он в зимнее время большим спросом. Попробуйте и вы приготовить эту простую и вкусную заготовку. За простоту, доступность и отличные вкусовые качества, салат непременно станет вашим любимцем. Его приготовит даже начинающая хозяйка. Помидоры 500 грамм, лук репчатый 200 грамм, перец болгарский 2 штуки, сахар 0,25 столовые екона. Соль 0,75 чайных ложки. Уксусная эссенция 70% 0,75 чайных ложки. Черный перец 0,5 чайных ложки или смесь перцев. Растительное масло 4-5 столовые ложек. Количество порций 1. Подготовьте необходимые ингредиенты. В кастрюлю с толстым дном налейте масло и раскалите его. Лук нарежьте перьями, добавьте к маслу. Обжарьте до легкого колера на среднем огне. Помидоры и перец нарежьте соломкой. К обжаренному луку добавьте нарезанные овощи, соль, сахар, черный перец. Поставьте на огонь ниже среднего и после закипания варите 25 минут. После добавьте уксусную эссенцию, перемешайте и проварите еще 5 минут. Готовый салат снимите с огня. Разложите в стерилизованные банки, укупорьте чистыми, сухими крышками, переверните и в таком виде охладите. Из указанного количества ингредиентов получилась 1 баночка объемом 0,65 литра. Вкусных вам заготовок!